чем обычно. Сегодня день финала. Финала Лиги Чемпионов. Невероятная атмосфера сопровождает этот матч. Немыслимое давление сейчас ложится на плечи игроков. Еще совсем немного остается ждать начала главного матча этого сезона Лиги Чемпионов. И как и на протяжении всего длинного пути к финалу, сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич говорят вам: добро пожаловать на футбол. Это Пари Сен-Жермен против Бенфики. Очень скоро начнется финал Лиги Чемпионов. Ключевое событие европейского клубного сезона. Пожалуй, самый важный матч для участвующих в нем команд. Позади очень трудный и долгий путь. И сегодня мы узнаем, кто станет сильнейшим клубом Европы этого сезона. Долгой дорогой шли они к финалу, не только этот сезон, но и все последующие. Приветствуем Пари Сен-Жермен в финале Лиги Чемпионов. Исторический вечер для парижан, они долго к этому шли, и, конечно, такую возможность упускать нельзя. Это состав Пари Сен-Жермен. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. Маркиньос в защите сыграет с Кимпембе. Лео Месси с первых минут играет с Неймаром на флангах в полузащите. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Стартовые 11 игроков Бенфики вашему вниманию. В защите Ян Фертонген сыграет с Николасом Отаменди. Вайгль вместе с Жоао Марио в центре полузащиты. Сегодня в составе два нападающих. Полагаю, и соперник, наверное, готов к такой модели. Много известных игроков выступало за Бенфику. В первую очередь, это легенда мирового футбола Эйсебио. Но были, конечно, и другие. Времени перечислять всех не хватит. Поэтому давайте просто вспомним только российских игроков, которых в истории Бенфики было предостаточно. Это и Василий Кульков, и Андрей Коряка, Александр Мостовой, Сергей Овчинников, ну и, конечно, Сергей Юран. Может получиться интересная атака. Катают они мяч. Удар не проходит. Хороший блок. Мяч летит в центр штрафной. Мяч покидает штрафную после углового. Рафа Силва. Но вне игры оказывается атакующий игрок. Вот так. Кто рано начинает рывок, тот в офсайде оказывается. Ашраф Хакими. Конечно же, о Килиане Мбаппе стоит упомянуть. С ним сложно защите придется, потому что он, конечно, красавец в завершении атак. Неймар! Нужно играть мяч не у вратаря. Ну как же так? Настолько выгодная позиция у него была, а вот удар будет от ворот. Это офсайд, атака закончена.